праздник. Вот, смотрите, что, вообще нет никого. Редкие прохожие и гости столицы. И все. Больше никого нету. 8. Вот 7:30 утра. 23 июня. Мы в Хельсинки. Смотрим в окно. Шаром покати, никого нету. Пусто. Где народ? Где весь народ? Посмотрите, граждане. Никого нету вообще. А вон идет одна бабушка. Но это случайно. Это потому, что бабушка. Вот она идет. Все, больше нету никого. А нет, это не бабушка, это какая-то баба. Но ей навстречу вот еще одна. И все. И больше тоже никого. Машина вот одна. Центр города. Это центр города. Здесь рядом железнодорожный вокзал. И вот едет одинокая машина. Утро, воскресенье, 24 июня. Время 9 часов. Вот так у них спят машины. Прямо на улице. Народу нет. Центр города. Воскресенье, 9 утра. Пусто. Вообще пусто, вообще никого нет. Сегодня дождь. Начался еще вчера. Вот тоже машинки стоят всю ночь. Их никто не трогает. Хозяева спят. Платных парковок, видимо, нет. Все машины стоят на улицах и во дворах. Сегодня мы уезжаем. Сначала в Порво, а потом в Санкт-Петербург. Нам очень понравилась Финляндия. Это красивая и тихая страна. Спасибо им за гостеприимство.